Мужики, всем привет! В общем, такой коротенький видосик, пока не про тракторок. Занимаюсь тут тормозами, но это все в следующих видосах будет. Пока железа нету, продолжить ставить рулевую стойку. В общем, видосик будет немножечко о другом. Пришла ко мне посылочка. Вот такая вот коробешечка небольшая. Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам еще документы иметь. Вес ее составляет 16 килограмм 200 грамм. Вот такая вот подпись, кому адресована. Вот, мужики. На самом деле, это мне посылочку прислал мой тезка Александр. Можно даже сказать, коллега. Тоже самодельщик, тоже имеет свой канал на YouTube. Ведет там блог, да, о своих самоделках. Так что ссылочку на канал Александра я оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Как положено, там ставьте колокольчик. Скажу вам еще по секрету. Александр будет делать райдер. Надеюсь, он меня не прибьет за то, что я всем разболтал. Что такое райдер, да? Ну, то есть это тракторок, газонокосилка на два ножа. Вот, чтобы можно было косить газоны, сидя без напряга. То есть сел сверху, как на трактор, и поехал заниматься. Еще раз повторюсь, мужики, ссылочку на канал моего тезки, коллеги Александра в описании. А мы открываем. Опачки. Аж даже посмотрю, что здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, мужики, это капец. Повторюсь, вес 16 200. Высыпаем? Ну, конечно, высыпаем. Вот такая вот штука, мужики. Это болты разных мастей и калибров. Надеюсь, будет видно на камеру, да? 10,9. 10,9. 8,8. Шайбы, гравера. Так что как-то так. Ой, это самое то, что мне сейчас не хватает. Так что вот так. Сань, огромнейшее тебе спасибо. Это очень нужные вещи. Вот. Без, как говорится, болтов и гаек трудно собрать то, что мы собираем, да? Вот. Так что, кому было интересно, оцениваем. Переходим на канал Александра, подписываемся. С вами был Санек. Еще увидимся.